В Новосибирской области до конца года введут в эксплуатацию 60 объектов в рамках нацпроектов. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства региона Иван Шмидт. Большая часть приходится на образование и здравоохранение. Это 20 детсадов, 4 школы и 32 фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, в регионе реализуют пилотный проект быстровозводимых районных домов культуры. Работы уже идут в селах Вознесенко и Чернаково. Также к 1 сентября должны завершить работы на другом важном объекте – региональном центре волейбола, который в 2022 году примет чемпионат мира. Между тем, как отметил министр, в регионе существует проблема с возведением социальных объектов в уже застроенных жилых массивах. Нередко там просто не хватает места для детского сада или школы. Мы подготовили достаточно серьезный пакет изменений в нормативную документацию в части размеров земельных участков, в части санитарных норм, пожарных норм, которые мы надеемся, что облегчат нам жизнь в части размещения этих объектов уже в той застройке, которая есть. Мы, значит, подготовили такой пакет документов, и он уже рассмотрен на федеральном уровне, и мы надеемся, что, возможно, Министерством строительства будут приняты соответствующие решения.